Молодые, активные, амбициозные. Они сделали первый, но такой ответственный шаг в свое будущее. В Волгоградском аграрном университете на торжественной линейке чествовали 3000 первокурсников. Совсем скоро они будут внедрять новые технологии и подходы, развивать сельскохозяйственную науку и обеспечивать высокое качество продукции АПК. На традиционном посвящении студенты побывала Дарья Коломыченко. Учебный год в Аграрном университете Волгограда начинается ярко с линейки первокурсников. Позади у них насыщенная школьная пора. Впереди студенческие годы. Одно из самых ярких мгновений жизни. В настоящее современное время нашей экономике и отрасли сельское хозяйство нужны грамотные, молодые, амбициозные молодые специалисты. Поэтому не стойте на месте, только вперед. На учебу в крупнейшем образовательном центре подготовки кадров для агропромышленного комплекса Нижнего Поволжья и в одном из лучших аграрных вузов страны у этих ребят большие планы. Прекрасно учиться, получить красный диплом и идти к своей цели дальше. Я выбрал агротехнологический факультет и пошел на направление ландшафтной архитектуры. Я пошел в вуз, чтобы быть ответственным больше, чем есть на самом деле сейчас. В планах на будущее построить большой парк в Волгограде. По традиции первокурсники дают клятвы – изучать науки, стать специалистами высокого класса, чтить и помнить традиции университета, укреплять интернациональную дружбу. Я настроена учиться, я экономический факультет, 5 лет. Я думаю, я выбрала правильный вуз. Это просто вуз мечты. Желаю всем первокурсникам учиться, чтобы у них все хорошо было и хорошие были оценки, естественно, и все зачеты автоматом. В Аграрном университете множество различных направлений учебной деятельности, и в каждом готовят востребованных российской экономикой специалистов. Поближе познакомиться с каждым из них помогает парад учащихся факультетов. Сегодня агрономов ждут в крупных сельскохозяйственных комплексах, фермерских хозяйствах, в оранжереях, питомниках, в кузнице инженерных кадров для агропромышленного комплекса. Большинство выпускников факультета успешно трудятся в сельскохозяйственном производстве и других отраслях народного хозяйства. Агротехнологии, ветеринарная медицина, экономика, эколого-мелиоративная деятельность, энергетический факультет, непрерывное образование и многое другое. ВУЗ гордится каждым направлением подготовки. Востребованность выпускников Волгоградского аграрного университета, начиная с армии, заканчивая банками, помимо нашего агропромышленного комплекса, очень почетно и очень эффективно работать в агропромышленном комплексе. Поэтому, уважаемые ребята, вы сделали очень правильный и нужный выбор. Нет важнее профессии, чем кормить людей. А еще ВУЗ гордится каждым своим студентом. Здесь активно развивают науку и спорт, творчество, волонтерскую деятельность. На базе аграрного действует единственный в регионе военно-учебный центр. А в конно-спортивном центре оказывают помощь людям с ограниченными возможностями здоровья. За 78 лет из стен университета вышли более 80 тысяч специалистов. Быть частью многотысячной аграрной семьи и учиться в одном из старейших классических вузов города, рожденном в огне Сталинграда, ответственно и почетно. Я буду учиться со всеми силами, стараться. Вот. О аграрном вузе я слышал много чего. У меня много друзей здесь учатся. Линейка не то, что впечатлила. Не знаю, мне много о ней рассказывали, конечно, но при этом же я не ожидал, что настолько все будет ярко и интересно, и как бы вот так вот порадую. Поздравил первокурсников с новым учебным годом и ветеран Великой Отечественной, выпускник, а затем и педагог вуза Евгений Федорович Рогов. Он заверил ребят, что 100% посещаемость занятий поможет им успешно сдавать все экзамены. Проверено на собственном опыте. Вы сделали большой шаг в своей будущей производственной и жизненной деятельности во славу нашей Родины. В рамках начала учебного года в Аграрном университете открыли новую брендированную аудиторию партнеров вуза. Есть необходимость вот таких образовательных территорий открывать в России все больше и больше. Это серьезное развитие, и мы понимаем, что только с Петербургским тракторным заводом, только с Волгоград-Агроснабом. Именно с такими друзьями, товарищами и партнерами
мы будем учить настоящих специалистов. Крупные российские предприятия заинтересованы в подготовке и привлечении в команду талантливых, энергичных и амбициозных специалистов. Мы и наши партнеры «Волгоград Агроснаб» старались учесть все пожелания университета. И очень надеюсь, что нам это удалось, и студентам будет комфортно здесь получать знания. И будут выпускаться отличные специалисты, которые будут востребованы не только Волгоградской областью, но и за ее пределами. Ранее «Волгау» стал победителем конкурсного отбора Минпросвещения России на открытие образовательно-производственного кластера для развития отрасли «Сельское хозяйство». Волгоградской области продолжают уделять огромное внимание подготовке высококвалифицированных кадров, которые смогут не только реализовать собственный потенциал, но и внести вклад в социально-экономическое развитие всего региона. Дарья Коломыченко, Александр Шишин. Время новостей.